Один день работы открытой приемной подходит к концу. Все прошло достаточно тихо, раздавали газеты. Никто не захотел сниматься на камеру, хотя ругались достаточно много. Так, хочу поделиться одним моментом, который, ну, никак не удается заснять, да. То есть вот сегодня во время работы открытой приемной в Красном Селе, да, мы поднимаем тему совхоза имени Ленина, Грудинина, да, ну и, соответственно, все подходят, вот он, жулик, вот, и так далее. Ну и подходило достаточно много людей с такой позиции, да, и всем им было предложено, что раз вы готовы это подтвердить, да, то есть давайте на видеокамеру запишем, что он жулик и вор, и то, что мы его поддерживающие тоже жулики и воры, собственно, в чем нас обвиняли. И назовите свои фамилии, да, то есть, и не нашлось ни одного, кто под камеру готов это повторить. То есть все сразу убегали просто так, со скоростью ураганного ветра. Поэтому, в принципе, всем, кто борется за правду, да, и за народное дело, то есть с этими провокаторами, либо несведущими людьми, боритесь именно таким способом, очень наглядно, в конце концов, ну давайте на них подавать в суд за то вранье, которое они распространяют, потому что те СМИ, которые это распространяют, они каким-то чудным образом не попадают под законы, которые всем нам навешивают, да, то есть, и помните, что у нас теперь физических лиц-то можно признать иностранными агентами, но опять определенные СМИ туда не попали. Вот и все. Так что мирно и законно сделаем нашу жизнь лучше.